первый запуск FIFA 19, а у меня уже есть Лео Месси и Криштиану Роналду в составе. Примерно раз в год я стряхиваю пыль от своего Xbox One и достаю, чтобы поиграть в 10-часовую версию FIFA. Ну и в общем-то, давайте же заходить и смотреть, что же из себя представляет FIFA 19. Что? Я скучаю, дурики! А зачем скажу? Ни хрена нового! 1xb! Самый надежный букмекер! Самый большой коэффициент! И быстрый выплыв! Первым делом давайте глянем в целом на менюшку. Изменился лишь дизайн, по сути, а так все примерно осталось на таком же уровне. Мы видим сразу новую команду недели. Есть португалец из Ювентуса, но это не Криштиану. Итак, ребятки, мой первый донат FIFA 19. 2200 FIFA поинтов. Я не хочу слишком много тратить, потому что основная моя платформа будет PlayStation 4. И вливать сюда много денег как-то не очень хотелось, но в любом случае пакцы хочется открыть. Поехали, первый пак FIFA 19. Официально за 150 FIFA поинтов. Смотрим, что нам тут дропнется. ЛЗ Вендел. Нифига себе, слабая нога, 5 звезд, финты, 4 звезды. Вау, билбордики, Испания. Форвард, Атлетико Мадрид. И, о боже, это Дурис. Ну, блядь. Кстати, пацаны, если вы не знали, теперь показывается вероятность того, насколько крутой игрок вам упадет в том или ином паке. Допустим, открываем пак за 7500, 75 рейтинг 100%, 82-21 и 84-4,7%. Опа, пацаны, а мне тут Джикет дропнулся. Скорость 82. Опа, щиточки, щиточки, погнали. Бегит. Блядь. Я подумал, это Азар, охренеть, ёб твою. Опа, это пак за 5000, тут щиточки. Вау. Это кто? Банега, да, 83 рейтинг. Ну что, ребята, настало время затестить Лео Месси и Криштиану Роналду FIFA 19. У меня 92 уровень, а это значит, я могу на изи приобрести их на 3 матча и оценить этих чувачков в своем составе. Итак, в итоге, накрутив на вертев, получилась вот такая вот команда. Рейтинг 85, сыгранное 100, Роналду Месси в атаке. Итак, мой первый соперник FIFA 19 Ultimate Team. Агуэро и в целом бюджетная АПЛочка. Ну что, по первым ощущениям могу сказать то, что от демки все-таки есть разница. Лео Месси попадает в штангу. Да, окей. Эй! Нет, ну пожалуйста, только не первая атака! Ну блин, посмотри, что я пропускаю в первой же атаке. Охуеть, ну ебаный рот, ну что это за дерьмо, блядь? Прямо отскок на ногу. Первый гол в мои ворота. Так, 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 хорошо, Криштиану полетел. Давай, показывай свой скилл, братан. Роналду чё? Или что это было? Закрутка! Хорошо! Лео Месси свой момент просрал, а вот Криштиану взял и забил. Не-не-не, съебался. Съебался. Да, блядь, да чё за отскоки на ногу? Блядь, чуваки, что за хуйня, блядь? Пожалуйста, вынесите вы этот ёбаный мяч. Еще что хотел отметить, схема 4-1-2-1-2 с двумя цпшниками уже не выглядит такой охуенной играбельной. Мне кажется, в этой части FIFA будут решать фланги. Ну, это мое ощущение такое, так скажем, по некоторым играм. Полетел Пауло Дибала! Дабл тап! Криштиану! Так как? Так как он это вынес? Блять, ну пиздец! Давай, в ответной атаке забей мне. Пиздец, блять. Это было бы уже совсем не смешно, блять. Охуеть! Пенальти, блять. За что? Пиздец, блядь, я в ахуе, я просто в ахуе, блядь. Первый матч, блядь, и столько приколюк всяких ебаных, блядь, ебаный Агуэро. Да что я сделал, блядь, ебись. Сука, ебаная кудрявая хуйня, блядь, заебала, блядь. И тут прострел. Прострел! Блядь, как он, сука, в подкате так играет. О, вы видели там Панда FX, блядь, большой плакат был. Охренеть, что это за приколюк такая. Манега! Блядь. Так, Криштиану. Хорошо. Дальше. Гол! Хорош, бля. Вот это охуительный просто фильм был. Криштиану Роналду тащит, бля. 2-3. Бля, ну чувак, не начинай вот эту хуйню, бля. Он тянет время, что ли? Серьезно? Блядь, провал ебаный. Пенальти. Блядь, да... Два пенальти, бля, в первом матче. Ну какого члена, блядь? Ну тут-то хотя бы я сам привез, можно сказать. Но первый пенальти это полная залупа была. О, ха, спасибо, соперник. Дабл тап! Блять! Дабл тап не получился, блять! Он такой неудобный стал, что просто пиздец, блять! Чуваки, ну это ж пиздец, блять! Первый соперник, и он, блять, так откровенно тянет время. Ну это ж пиздец, блять! Давай, давай, Криштиану, последняя атака! Последняя атака!
Пожалуйста! Пенальти! 3 пенальти, блядь, в первом матче. Вот это хорошая FIFA. Настрой прям максимально заебатый. Криштиану Роналду. А что так высоко? Чуваки, вот примерно вот по такой же шкале в прошлой части FIFA все бы пошло нормально. Но, сука, они переработали пенальти, из-за этого я, блядь, промахнулся. Я уверен, мой соперник из-за этого тоже промахнулся, когда второй пенальти бил. Потому что они переработали пенальти, сука. Ну, обидно проебывать в таком матче. Просто пиздец, как обидно. Давайте второй соперник. Взглянем на него. АПЛ-очка. Охуенный старт. Просто, блядь, шикарный. Дебало! Штанга. Ладненько, играем дальше. Да, блядь, да почему прям в голкипера? Давайте, обосритесь в этой атаке и пропустим. Давайте, почему бы нет, блядь. Ну, пиздец, я в ахуе, блядь. Центральный защитник. Первый накрывает, блядь, а его перепрыгивает какой-то ебаный Андреан Сильва, блядь. Пока что не могу однозначно сказать, насколько круто мне это все нравится. Если вот я сейчас забью, будет охуенно в целом. Ясно. Слишком много рандомных, каких-то нелепых, корявых ударов. Я не могу сказать, это круто или нет. Пока что это выглядит ужасно. Потому что в основном достается мне, блядь. Это что, блядь? Криштиану Роналду как можно так ужасно ударить? Криштиану Роналду. Хорошо. Очень странный удар какой-то, понизу странно полетел, но меня не ебет. Главное, что мы забили 1-1. Теперь, кстати, ваш повтор может пропустить ваш соперник. Вот, собственно, как он сейчас и сделал. Это хорошо, не будет мрази, которые будут по 3 часа смотреть повторы. Показываю один раз. Блять, почему? Почему такие ужасные удары, чуваки? Я не могу привыкнуть к ударам. Мне нужен срочно какой-нибудь туториал, я не знаю, блять. Лео Месси, блять! Это просто невыносимо. Почему я так плохо бью, блядь? Так, Дибала на Криштиану. Забивай, братан! Блядь, Криштиану Роналду. Только попробуй, блядь, промахнись. А я сделаю вот так вот. Я сделаю вот так вот. Штанга. Игра, за что ты так со мной? Ну вот просто за что? О, хороший удар. Навес. И Криштиану, прыгни. Ну, прыгни ты ростом миллиард километров. Так, хорошо. Великолепно. Просто забей. Да я не знаю, чуваки. Я уже устал, наверное, гореть, бомбить, но я не знаю, что уже говорить, чтобы нормально играть в эту игру и гол! Криштиану, откуда ты взялся? 2-1, блядь. Все, надо головой забивать, я понял, блядь. Нахуй эти ебаные даблтабы, эти идеальные моменты, или как ебаный удар называется. Вот как надо забивать. Все, победа, блядь. Очень потная, жесткая, бля, хотя состав определенно был хуже, чем у меня. Что я могу сказать? Вот это был веселый матч, я в нем хотя бы выиграл. В батле Криштиану Роналду против Месси побеждает Криштиану Роналду. 4 голешника за 2 матча. Лео Месси сделал лишь 1 ассист. Я ни на кого специально не играл, вы сами все видели, но из FIFA и FIFA Криштиану Роналду остается лучшим игроком FIFA. И у меня для вас есть предложение, пацаны. Тут паки спасибо под нос есть. Интересно было заценить их. FIFA 19, если вы наберете 15 тысяч лайков, я прям завтра же выпускаю данный видос. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели данный видос. Ставьте лайк, если рады новому сезону FIFA 19. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего настроения. Покедова.